Основные отрасли промышленности Удмуртии – машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника. В этих направлениях ульяновским компаниям есть что предложить соседям. Вот уже много лет между субъектами действует ряд торгово-экономических, научно-технических соглашений. Задача на сегодня – перезагрузить межрегиональную кооперацию и выстроить новые логистические цепочки. Нам есть что предложить. В первую очередь, это металлообработка, это режущий инструмент, это технологии композитных материалов. Знаете, Ульяновская область – это промышленно развитый регион. Мы примерно схожи по структуре экономики, по количеству жителей. Уверен, что много общего. На встрече с главой Удмуртской республики Александром Причаловым губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил дальнейшую совместную работу. К примеру, завод «Искра», механический завод, конструкторское бюро приборостроения поставляют компоненты удмуртским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. У нас мощные промышленные регионы, мощные предприятия, которые не стоят на месте, прорабатывают новые направления развития, новые технологии. И у меня нет никаких сомнений, что и для бизнеса Удмуртской республики, и для бизнеса Ульяновской области вот эта работа, которую мы за эти дни проведем, она будет очень полезна, и это выльется в какую-то совместную кооперацию. В Ижевск приехали представители 20 предприятий региона. Они провели переговоры по поставке комплектующих и услуг для наших соседей. Для некоторых фирм это уже не первая бизнес-миссия. К примеру, компания «Глянцтехник» уже получила новые заказы из Саранска. В Удмуртии ульяновцы договорились о контракте по лазерной сварке. Наши компетенции действительно актуальны в автомобилестроении, да, то есть мы восстанавливаем пресс-формы, штампы, пользуемся лазерной наплавкой. У нас 7 аппаратов лазерной наплавки. У нас очень большие специалисты по ремонту этой технологической оснастки. Другая компания «МИДа» занимается разработкой и производством контрольно-измерительной техники. В Ижевске они нашли новых клиентов. Мы пообщались сегодня с представителями 5 компаний Удмуртии, которые заинтересовались нашими датчиками давления. Эти компании в сегодняшний момент используют импортные приборы и вот в свете нынешних событий как раз-таки нуждаются в поставках качественного российского приборостроительного оборудования. Машиностроительный завод «Бумаж» заинтересовался ульяновскими датчиками давления, щитами управления и режущим инструментом, а заводу «Купол» предложили компетенции по оснастке и высокоточной мехообработке. С ответным бизнес-визитом соседи приедут в Ульяновск уже в декабре. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.